Вот я вновь на площади бывшей, это Джамбула, Зеленого базара. Вот, на месте памятника стоит вот такая вот красивая башня с часами. Вот. И почему-то она стоит. Что-то часы не двигаются. Остановились что-то. Экономит, наверное, энергию. Здесь вот такой вот этот атрибут сделали. Из прошлого такие телеги раньше были. Красиво сделали, видите? Настоящую. Также и казан этот. Или тандыр, наверное. И вот я хотел с вами, земляки дорогие, пройти. Вот это вот бывший зеленый базар, там от ворота были. Здесь вот были также магазинчики на этом месте разные. Вот ателье тут было. Ну, разные были. А вот теперь тут, видите, как. На месте войсковой части. Потом там был рынок Шахристан напротив. Вот. Там, а сейчас там, видите, какой. Это культурный такой построили центр. Там музей он. Я как-то вечером я тут снимал. Я просто хотел сейчас пройтись с вами вот здесь. Тогда было темно, сейчас светло. Вот эти вот двухэтажки, видите, как оформили их красиво. Вот эту вот улицу перекрыли коммунистическую Толиби. Я там ролик снял, по какой улице теперь движение идет. А теперь вот мы с вами пройдемся, когда светло. Внизу вот эти магазинчики остались. Только лицевую часть все это оформили. Не знаю, тут жители, тут были частные жители, как говорится, своих квартир, не знаю их. Попросили, наверное, их переселиться. Или они тут живут. Я думаю, им тогда повезло, если они сейчас тут живут, в этих домах. Вот такой вид. В таком центре. Вот там старые эти ряды, там видно. Во дворах. А лицевая сторона вот такая вот красивая. Такое кольцо здоровое сделали, макет, чтобы рядом с ним фотографироваться. Там вот движение на улице Фурманова идет. Там она заворачивает за чайку. Потом дальше продолжает уже по коммунистической. Такая вот беседочка красивая. В общем, мощно тут. Все это было сделано буквально вот осенью. И успели они до Нового года. До 25 декабря, по-моему, срок был исполнения. И вот они быстро все это так сделали. Просто поразительно. Умеют все-таки строить быстро. Но это при прежнем Акиме. Сейчас, говорят, Акима поменяли. Переживают, что остановится проект. Здесь был один такой мощный проект, интересный, это канатную дорогу. Именно вот отсюда до аж туда вот до Таласа, до реки Талас туда. Вот. Вот здесь вот раньше была Фурманова, вот тут. Вот он здесь, это перекресток. Я вот стою сейчас на перекрестке Фурманова
и Толиби, бывший коммунистический. Меня перекрыли сейчас. Тут гостиница, по-моему, раньше была на втором этаже. Здесь вот тоже были ряды. Собачки тут ходят. Самса, лепешки. И вот мы приближаемся к Мирзояна улице. Бывшая промышленная тоже она называлась. Магазин «Чайка», к тому перекрестку. Конечно, впечатлительно все. Масштабы вот это изменения, это мощно. Кувшин. Наверное, настоящий. Даже трещина есть. По-моему, настоящий. И вот. Достались это археологически. А может, искусственно, не могу сказать. Но похоже, как будто настоящий. Ну, это, конечно, светильник, это лампада. Это, конечно же, не настоящая. Просто форму сделали такую. И вот чайка. Чайка. Молодцы, оставили название. Историческое название чайка. А сбоку здесь овощной магазин сделали. Овощной. Вот еще кольцо. А, вас тоже. Земляков, привет передавайте всем. Вот. Вот здесь вот теперь, там по улице Герцена заворачивают движение, и потом по Фурманово, и сюда вот все движение теперь здесь идет. Да, на кожкомбинат. Там сейчас тоже большие изменения. Сейчас я, наверное, туда тоже пройдусь. Сниму для вас. Вот так, дорогие джамбульцы. Не знаю, порадовал вас или нет. Но вот такая сейчас обстановка. До встречи.